Зампред Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов посетил Голицынский медицинский колледж. Парламентарий представил студентам и педагогическому коллективу отчет о своей работе за 2023 год. Депутат отметил, что помогал данному учреждению с открытием, поиском здания и получением лицензии. В прошлом году учебное пространство колледжа заметно расширилось. Были отремонтированы первый этаж и входная группа, оборудованы дополнительные кабинеты для занятий.